В законодательном собрании Петербурга назревает большой скандал, связанный с фракцией партии «Яблоко». Оказалось, что члены фракции недовольны ее составом. Некоторые яблочники считают, что из-за подтасовок в избирательных комиссиях по итогам выборов 4 декабря состав фракции должен быть другим. Ряд членов партии подозревают, что мандаты депутата ЗАГСа Петербурга незаконно получили Ольга Галкина и Вячеслав Натяк. На их месте должны сейчас находиться лидеры петербургского отделения Михаил Амосов и Наталья Евдокимова. Петербургские яблочники предложили Ольге Галкиной и Вячеславу Натягу отказаться от своих мандатов. Согласие не было достигнуто, и конфликт вышел на федеральный уровень. Также некоторые члены петербургского отделения партии недовольны руководителем отделения Максимом Резником. Ранее лидер фракции партии «Яблоко» в ЗАГСе Григорий Явлинский заявил, что надеется на скорейшее разрешение конфликта. Я надеюсь, что партия найдет в себе силы спокойно и справедливо, если хотите, решить эти все вопросы. Для вас принципиально, кто будет, Галкин или Амосов? Мне важно, чтобы все, кто будет, ощущали, что все происходит по справедливости, настолько, насколько вообще возможно в нашей ситуации. Вот это мне действительно важно. Важно, чтобы партия в целом и петербургское отделение ощущала ситуацию как абсолютно прозрачную.